Я еще раз скажу тому, кто случайно не застал нашу предыдущую серию, что я сейчас нахожусь в Тель-Авиве, здесь по нам вчера прилетало, и служба безопасности тормозит интернет, потому что им пользуются злоумышленники в том числе. И сейчас мы с Никитой пишем, что Никита меня видит, а я Никиту нет. Поэтому сделайте нам скидку, больше, чем обычно. И гордитесь нами. Мы, можно сказать, в невероятных условиях хотим сделать для вас талантливый продукт. Но Никиту я не вижу. Никита, я не вижу. Ну, я тебя вижу. Поэтому это самое. У меня не тормозят интернет. Тебе больше повезло, да. Потому что я 20 раз говорил, что нужно купить Starlink, поставить себе на крышу антенну, и вот я вот по Starlink с тобой, и отлично, у меня все, видишь, интернет прям лошадь убьет. Слушай, ну видишь, я тут неожиданно включился в работу беженцем, то тут поживу, то там поживу. Я же, в принципе, не был настроен к этому готов. Это все как-то случайно сложилось. Для того, чтобы Starlink купить, нужно окопаться на каком-то одном месте. И желательно еще окружить себя рвом с крокодилами. Не, ну что, можно купить Starlink, который для этих самых РВ, кемперов. И тогда нигде окапываться не надо. Ты когда переезжаешь, просто берешь свою тарелку, она вот размером как два листа А4. С ножкой вот такой вот длины. И, собственно, переезжаешь в новое место, опять же, со Старлинком. Чрезвычайно удобная штука. Работает отлично. Причем сейчас по Европе стали автобусы ездить, у которых сзади, знаешь, им приделывают такую нашлепку, в которую грузят багаж. И она чуть ниже окна заднего. И вот прямо на эту нашлепку ставят эту антенну старлинковскую. Автобус едет, раздает интернет. Как эта штука работает на ходу, я представить себе не могу, но она работает. Предлагаешь мне как автобусу на жопку поставить себе этот? Купить кемпер и жить в кемпере. Это даже очень прикольно. Можешь переезжать за весной вслед. Знаешь, как где цветет в Израиле, там и живешь в этот момент. Где цветет, сейчас там не очень. Да, ну ладно, не будем. Это явление. Хочу сказать, поскольку я тебя не вижу, ты веди, потому что хотя бы меня видишь. Я в данном случае, я сразу говорю благодарным зрителям, что я по большей части буду кивать, и нужно совсем возмутительные тезисы Никиты, я буду реагировать, поскольку я несколько ограничен в аудиовизуальных возможностях. О чем поговорить? У нас мы с тобой хорошо заехали на территорию этих мифов, которые для себя и для общественности рождают эти уродцы, там, типа Симонян, что я не пацифисты, там, типа, понимаешь? И я не знаю, какие еще мифы. Давай вспомним, может быть, какую-то эту хрень. Не, ну, слушай, на самом деле, там же есть такой матерный выразитель всех этих идей, товарищ Лебедев, Мальвина такая наша. От дизайна, которая получила второе место дизайна в городе Грозном тут давеча, и извинялся перед товарищем Кадыровым. Вот. И один из этих мифов почему-то зиждется на том, что типа вот иммигранты, когда куда-то уезжают, они как бы ничего не могут добиться. Но, правда, вот все на секундочку забывают там о всяких гуглах, да, а там о Голливуде, который там тоже пару иммигрантов из Польши забацали, но и так далее. Но просто я вот, знаешь, я вот сейчас смотрю, сейчас же много народу приехало. Я смотрю, кто чем занимается, и на самом деле люди прям очень быстро ухватывают, чего не хватает. Вот у меня товарищ есть один, у него компания в Испании, которая занимается девелопментом, то есть он строит дома и продает квартиры. И, собственно, товарищем этим ты меня познакомил. А, я? Да. Я смотрю, такой дикой скоростью Ян развивается. Он эмигрировал как бы из Израиля в Испанию. Ну, то есть сначала, видимо, из России или из Украины, я не знаю, откуда он. Вот. Ян это самое. Ян 18 лет уехал из Винницы. Это был 92-93 год, это был еще Советский Союз. Уехал он в Израиль, а потом из Израиля переехал в Испанию, вот сейчас он занимается девелопментом в Испании, и растет он, конечно, с адской скоростью. И на самом деле я таких людей знаю довольно много. У меня товарищ сделал большую службу такси в Испании, вот тоже растет прям с дикой скоростью. То есть у него, по-моему, уже что-то такое 1300, что ли, машин, ну как-то вот какое-то такое. Знаю нескольких человек, которые занимаются грузоперевозками, да, кто на фурах, кто там на маленьких рефах, кто на больших рефах, и тоже, ну, я имею в виду не людей, которые работают дальнобойщиками, а именно что компании.
Вот, люди сделали. И тоже растут с адской скоростью. То есть, знакомиться, если он в Польше сделал компанию, у него лет 5, наверное, назад был 2 грузовика, на одном из которых он ездил сам. Вот, а мы с ним тут недавно встречались. Он только у Мана, у него несколько производителей, у которых он закупает, он покупает по 200 машин в год. То есть, он растет с дикой совершенно скоростью. Вот такой вот есть бизнес. Знакомец у меня сейчас прямо вот на моих глазах делает бизнес. Дело в том, что в Испании очень любят собак. И очень много ветеринарок. Но при этом во всех этих ветеринарках огромные очереди, очень дорого. Вот он сделал сеть ветеринарных клиник. Реально сеть, их там штук 40 у него уже, наверное. Вот эта ветеринарка, прям вот прям видно, как он развивается. То есть у него там чуть ли не по 2 клиники в день открываются. Я это к тому, что, в общем, на самом деле, то, что трудоустроиться легко, если человек что-то умеет, это вообще вопросов не вызывает, это практически все знают. Но, грубо говоря, организация достаточно больших бизнес-процессов, она несложная, потому что Европа давно же начала внедрять всякие сервисы. И она вышла на какой-то уровень и забросила все это дело. Ну, вот я как приводил пример, что, например, в Женеве снять в банкомате деньги при помощи телефона, а не при помощи физической карточки, практически невозможно. То есть везде надо карточку совать. Хотя в любой стране, там, типа России, Украины, там, Словакии даже, это делается запросто. А причина в чем? Причина крайне простая. Банкоматы, которые стоят в Женеве, поставили, когда появились банкоматы. То есть, я не знаю, когда они появились, ну, там, допустим, 70-е годы. И, собственно, они так там и стоят, эти банкоматы 70-х годов. Они работают, их никто не меняет. И поэтому смысла никакого вот в этом апгрейде, чтобы он с телефона снимал деньги. Ну, как бы они живут с ними так вот и живут. Это дико неудобно для человека, который привык к другим сервисам. Та же самая история со всеми этими там круглосуточными маникюрами, с возможностью вызвать слесаря в любую секунду. То есть, группа слесарь есть, ходит долго-долго, но к этому все привыкли и как бы все наплевали. Поэтому, как только приезжают там россияне, украинцы, и организовывают что-то, что такое же, как есть в России, но чего нет в Европе, европейцы очень быстро на это дело подсаживаются. И вот, например, ну, там я с женой со своей общаюсь, то есть, вот, например, в Испании там 3 года назад было абсолютно немыслимо вот все эти вот ночные услуги, да, которые в России, там, надо тебе, я не знаю, экран на телефоне поменять. Ты набрал в интернете, у тебя через 2 часа приехал человек, у меня просто такой случай был, я раскокал телефон, мне срочно нужно было его реанимировать. Я в Москве еще был, это был, наверное, год какой-нибудь 2010, наверное. И время было 2 часа ночи. Я набрал, приехал человек, мы с ним сели в какую-то круглосуточную кафешку, он в этой кафешке мне переклеил экран телефона, и там через 2 часа у меня был телефон. В Испании это было немыслимо. Колбой к тебе приехал. Бывает колбой. Да, назад. Сейчас это вообще без проблем. Как подробно, чем вы там занимались в кафе? Очень сложно спорить. Понимаешь, у нас другого глобуса нет, и понятно, что там Испания, какие-то еще европейские страны, они, ну, на этом глобусе одни из самых удобных. Вот. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Вот, а сейчас у меня... Удобными, а стали удобными. В том-то и дело. За окном пролетел самолет, понимаешь? Я сейчас в Израиле нахожусь, о чем я уже сказал. С некоторым нервностью. Пролетел самолет. Или это самое. И явно он не эскимо повез туда, в сторону Газа, да? И прожили мы с тобой большую часть жизни в СССР, а потом то, что называется формер СССР, да? Испанию, к тому, чтобы там так все было зашибись, или Британию некую, не мы с тобой подготовили к нашему приезду, а наоборот. А сейчас другие персонажи, собственно, всему же тому же миру, да, всему тому же миру отравляют жизнь. Но это несколько общее место, перечислять их там, не несколько упырей, там, этих аятолы, блин, Путин, я не знаю, там, этот Асад. Но дело в том, что еще значительное количество людей, и опять же, я говорю, я извиняюсь, но кто о чем, а вшивый, как говорится, на бане, да? Вот мы с тобой в прошлый раз вспомнили эту самую Симоньяншу, да? А вернее, ее тезис, да? Про уехавших пацифистов, да? И мне было бы интересно сейчас предложить тебе поговорить не только о тех, кто мир улучшает, а о тех, кто мир ухудшает. Тем более, что там есть наши, условно говоря, товарищи и коллеги. И что я хотел бы сказать? Я бы хотел спросить, а что делать-то, вот, например, предположим, Израиль сейчас, да? Не Испания какая-нибудь, да?
опять же, в Испании тоже был франко, но это было вроде 50 лет и все. В Израиле, да, это одна из самых развитых стран мира, да, и развивающихся, потому что он строится, считай, на ровном месте. И что делать, когда варвары и дикари хотят что-то непрерывно поломать? Не только Израиль, а как влезли это в Украину? Что они поломали и бить варваров, а как? Иначе получится Рим, который был в тот момент, когда его порушили варвары, значительно более высокоразвитым государством, чем была после этого Европа веков 5. Понимаешь, что ты делаешь, что Израиль, он уже живет на другом абсолютно уровне, да? На другом уровне осмысления. Вот то, что ты говоришь, другой уровень, этого самого, другой уровень понимания каких-то коммуникаций, да? И сейчас вот очень популярный такой тезис, как, в общем-то, там разведки все это все допустили. Это, конечно, разведки не должны были все допускать. Но люди уже мозгами по-другому думают, понимаешь, в чем дело? Люди уже мозгами по-другому думают. Ты сам говоришь, приезжает человек в Испанию, и он оказывается в развитом обществе, которое человек поддерживает, понимаешь? И за счет этого диссонанса, да, приезжает этот парень, который Google основал в Америке, он основывает Google, да? В России он в лучшем бы случае спился или сел бы. Что делать-то, короче, что делать? Ну, ничего, то, что делает общество, адекватно реагировать на вызовы. Ну, вот то, что сейчас делается. Да, сложное время. Да, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Но да. Мы только в эпоху и живем, Никита. Ты припоминаешь? Не только. У нас было довольно расслабленное существование с 91-го по 2010 год, потому что все вокруг шло вверх. Другое дело, что оно не во всем шло вверх, и в чем-то оно шло вниз, и мы этого не видели. Здоровье тоже вверх, в смысле. Здоровье вниз, а возраст вверх, да. Ну, так а что ты хочешь? Лучше быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным. Конечно, молодым быть лучше, чем старым. Мы с тобой уже старые, ну, как бы, ничего. Это развитие было потрачено значительное количество лет и пошло не в коня. Слушай, ну я предлагаю все-таки, чтобы совсем не морочить голову благодарным зрителям, давай вернемся. У тебя был тезис, что считается, что всем отъехали от Рима. Причем это не считается, это, в общем-то, эта история проталкивается активно. Проталкивается, понятно. Почему активно? Потому что пропаганде, в общем-то, нужно объяснять тем, кто остался, что, в общем, они не такую уж большую глупость сделали. Вот. Да, это, в общем... нет. Да, помнишь этот тезис, когда кто-то из уважаемых людей сказал, что советские люди самые счастливые в мире, они знают, как они хреново живут. Да. Это, что это актуально до сих пор. Слушай, ну просто я... что не надо спорить с теми вещами, которые, ну, как бы оспаривать глупо. Потому что они настолько очевидно неправда, что, как бы, ну, какой смысл, извини меня. Знаешь, вот я тут был на конференции такой большой, человек 150, наверное, было в зале, меня пригласили, как бы, ну, поговорить с народом, людей, занимающихся, которые собираются заниматься бизнесом. В Испании есть такая организация, «Деловар» называется. Там русские, украинцы, которые только вот приехали, и как бы, ну, чужой опыт. Вот, ну, собственно, так как у меня компания очень успешная, известная, поэтому они как бы, ну, как это получилось. И вот я разговаривал с парнем, очень неглупый парень, который на полном серьезе говорил, что, ну, как, вот, говорит, в России же легче деньги зарабатывать. Объясни человеку, что когда у тебя есть страна с средней заработной платой 2200 евро в месяц, и средней пенсией 1200 евро в месяц, то у тебя платежеспособный спрос просто больше, и поэтому как бы деньги зарабатывать проще. Человек довольно сложно, потому что пропаганда вколотила ему в голову, что вот типа вот в России типа много денег и все такое, а вот в Европе их нет. Ну, это, ну, или в Европе, на Западе, неважно, там, в Европе, в Израиле, там, я не знаю, в Америке, не имеет значения. Вот, и как бы бессмысленно, там, когда человек говорит на черное и белое, то, ну, ему бессмысленно говорить, что нет. Знаешь, как вот Бахтина говорила, такая была психиатр, один из лучших в свое время, что шизофренику бессмысленно говорить, что в углу нет черта, потому что это для тебя его нету. Для шизофреника черт как раз находится в углу. Вот он его собственными глазами видит. И все твои слова, что его там нет, они его ни в чем не убедят. Но тут то же самое. То есть, ты просто должны, ну, грубо говоря, сами пройти вот через этот этап бреда, потому что, ну, иногда в Фейсбуке читаешь, ну, человек на полном серьезе, сидя где-нибудь там в подмосковных Люберцах, утверждает, что там за границей в Европе скорая помощь не приезжает к людям. Ну, вот что на это скажешь?
хочется сказать человеку, человек, возьми это, посмотри среднюю продолжительность жизни. Она в России 69 лет, а в любой более-менее развитой стране как минимум на 10 лет больше, а в нормальных на 20 лет больше. Я думаю, что еще и нарисовали 69, я думаю, меньше. Даже если в это не вдаваться. И очевидно совершенно, что человек дольше живет, когда лучше медицина и скорая помощь приезжает. Да, и чудес не бывает на свете. Генетически все люди примерно одинаковое количество лет живут. Поэтому как бы ему бессмысленно это объяснять, потому что ну, как ты ему это, извини, докажешь? Ну, типа камеру поставишь в вебку и вызовешь себе скорую помощь? Ну, человек должен сам до этого дойти. Поэтому спорить с этим абсолютно бессмысленно. Уговаривать людей уехать тоже смешно, потому что... Никто уговаривает вообще. А как можно уговаривать человека уехать в никуда? У него сложившаяся жизнь есть. Он вот купил эту свою несчастную квартиру в ипотеку в Москве. Знаешь, я вот тут пост недавно написал, я взял просто данные статистические. Получилась какая штука? Там, я просто на своем примере. Я в 2008 году продал в Москве квартиру. У меня лишняя была, и я ее продал. Это были самые высокие цены. Да. Продал я ее, по-моему, за 360, что ли, тысяч евро, ну, в переводе, по курсу. Квартира была 52-метровая, ну, общая площадь 52 метра, жилой, по-моему, 32, что ли. На улице Яблочко, вот такая в Москве есть улица, Тимиряевская. Вот. И, собственно говоря, вот такая же квартира сейчас по этому ЦИАНу. Стоит ну, диапазоне там, от 8 до там, 13 миллионов рублей. То есть, соответственно, от там, 70 тысяч евро до, там, сколько получается, до 125. Ну, то есть, грубо говоря, квартира в валюте подешевела за это время в 2,5 раза. Если бы вот на эти деньги просто тупо взять и купить квартиру в любой европейской стране в этот момент и продать ее сейчас... И на то, что получилось приехать в Россию и купить недвижимость, то это 52 метра в России, можно было, просто продав эту квартиру, превратить там, я не знаю, в 250 метров, ну, грубо говоря. Ну, или совсем тупо, если вот взять эти деньги, да, положить эти деньги в сберегательный банк на депозит, вот тогда, в 2008 году, а самому все это время такую же в точности квартиру сесть снимать, то вот сейчас на этом депозите за вычетом денег на съем квартиры набралось бы денег там, на 120-метровую квартиру. Ну, то есть, грубо говоря, вот несчастные эти люди, которые пахали на эту свою ипотеку в Москве, которая на самом деле у них, то есть, все, что они пахали, оно дешевело все это время в объективных деньгах, потому что, ну, все равно же цены в России, они привязаны к валюте. Валюта дорожает. Там ничего своего нет. Даже на свое цены. Валюта дорожает, свое тоже дорожает. Бензин можно взять в 2008 году, сколько стоило, и сколько он стоит сейчас. И пересчитать в валюте. Получится, что он вот ровно вот как валюта подорожала, так и бензин подорожал. Хотя бензин тоже вроде как свой. Ну и все остальное так же. Соответственно, человек вот пахал эти все многие годы на эту несчастную свою квартиру в ипотеку, вот эту свою несчастную клетушку 75-метровую в панельке где-нибудь там в Павшинской пойме. У него еще платить по этой ипотеке 10 лет, он не знает, что делать, он ничего делать особо не умеет, кроме как говорить по-русски и там в каком-нибудь интернет-магазине бумажки перекладывать или там, я не знаю, в «Газпром» нефти, в отделе сбыта работать, там каким-то менеджером за там, я не знаю. «Газпром» нефти далеко не худший вариант. Ну да, еще не худше, там, за какие-нибудь 100 тысяч рублей в месяц, там, за 800 евро с перспективы получать пенсию, когда он на нее выйдет, сколько там сейчас в России средняя пенсия, 20 тысяч рублей, наверное, ну там 180 евро у него пенсия будет. И чувак, бросай вот это все, он причем там как-то вот на эти 100 тысяч рублей живет, там 60 отдает за ипотеку, там еще 35 за машину себе и машину жене, а живут они с женой вот на совместные сложенные остатки от их зарплат в размере там 600 евро в месяц. Вот они как бы, ну вот у них жизнь как-то сложилась, ему нужно сказать, что, брось все это, езжай за границу, кем ты там будешь работать, непонятно, видов на жительство у него нету, профессии нет, языка он не знает, нельзя от этого человека требовать, чтобы он вот из принципиальных соображений... Говоришь, что надо ехать или не надо ехать, ты меня что-то запутал. Знаешь, в чем дело? Кому надо ехать, тот едет. Кому не надо, тот не едет. Самое главное, нельзя человеку говорить, езжай или не езжай. Ни то, ни это. Я два анекдота расскажу. У нас есть такая традиция, что анекдоты рассказываются ближе к концу. Взаимоисключающих. Ну и по понятным причинам еврейских. И по непонятным. Вот. Первый анекдот, когда идет одессит,
это самое, видит какую-то группу людей. Он подходит, и это старый-старый анекдот с такой бородой, баяном. Подходит и говорит: я не знаю, о чем вы разговариваете, но ехать надо, да? Mm-hmm. А другой анекдот, это как сидел тоже еврей в отказе, ну, в те самые советские времена, когда никуда не выпускали, дальше, блин, области, вот. А он решил возражать. Ну, он сидел там, это самое, там один год в отказе, две, сто лет, там, 10 лет в отказе сидел. Он, короче, достался, их невозможно. И его уже вызывают в АВИР и говорят: все, вы нас достали, давайте уже вот вам глобус, выбирайте, куда вы поедете, мы вас выпускаем вот прям завтра. Он покрутил глобус и говорит: слушайте, а другого глобуса у вас нет случайно? Я тебе лучше расскажу историю, не анекдот, а настоящую историю. Значит, когда совсем стали сильно стрелять, мы с женой вывезли из Одессы ее маму, мою тещу. А теща у меня виолончелистка по профессии. Mm-hmm. Виолончель пилит. Ей 83 года. А, ну, ее сюда, когда привезли, ей сразу же здесь сделали испанцы шунтирование на сердце. После чего теща совсем стала боевая. В один прекрасный момент, наверное, с месяца назад, ну, может, чуть побольше, теща говорит: все, мне нужно ехать в Одессу. Я говорю: теща, тебе зачем в Одессу нужно ехать? Она говорит: вот, у меня типа карточка кончилась банковская, мне мою пенсию украинскую. Я говорю: теща, у тебя украинская пенсия 50 евро в месяц. А испанское государство, так как ты теща беженец, дает тебе 450 евро в месяц. А так как ты ни на что не тратишься, то у тебя все 450 евро в месяц складываются на эти карточки. Оставь в покое украинскую пенсию, пускай она там сама копится когда-нибудь, а война кончится. Вернешься в Украину, получишь всю пенсию разом, купишь на нее 4 буханки хлеба и шматок сала, и будешь абсолютно счастлива, не надо тебе никуда ездить, тебе 83 года. Но теща положила с прибором на все мои эти самые. А причем, так как теща экономная, она вместо того, чтобы ездить в Одессу, но повод нужен был, но, Никит, ну ты тоже. Чтобы лететь на самолете, теща договорилась, 83 года, подчеркиваю, после шунтирования, теща договорилась с какими-то ребятами, которые занимаются перевозками на микроавтобусах, значит, людей туда-сюда. А села в городе Монблан, тут рядом у меня есть, на вот этот микроавтобус. Двое или трое суток ехала, сидя на этом микроавтобусе. Приехала во Львов. Во Львову пересела на автобус. На этом автобусе доехал до Одессы. Неделю там, значит, устраивала джаз-арию заморского гостя. Потом под канонаду моей жены еле-еле уговорили. Да, причем я у нее говорю: а что ты, теща, не поехала на самолете-то? Это, говорит, дорого. В общем, под канонаду моей жены. Мы купили билеты с Кишинева или откуда-то из Румынии, я уж не помню откуда, на самолет. Она, значит, от Одессы, благо до этого, в Румынии ехать близко. Доехала до Румынии тоже на каком-то там автобусе или на чем-то там, я уж не знаю, на такси, в общем, не знаю на чем. И, слава богу, прилетела сюда. В общем, короче говоря, вот с кем Путин воевать-то собрался? 83-летние виолончелистки, сидя 4 дня на автобусе. И вот он их победить собрался? Ты только к этому рассказал, что велочеристы непобедимы. Они непобедимы. Они его с пиками затрагивают. Не вопрос в том, кого победит Путин или не победит. Вопрос в том, что здесь во всем мире что-то надо подкручивать. Но я предлагаю вопрос подвесить, и пусть, может быть, нам напишут, что надо подкручивать. Лев Толстой еще 120 лет назад кричал, что во всем мире надо что-то подкручивать. Что-то как-то не подкрутилось. Так что, слушай, ну да, надо. Он не совершенен на мир. Видишь, я же тоже, как бы, ты сидишь на фоне горы Килиманджаро, насколько я разбираюсь, в горах, а я сижу под пролетающие мимо военные самолеты в условиях чрезвычайного положения. Я могу сказать, что летающие мимо тебя самолеты значительно более безопасны, чем когда не самолеты, а ракеты летают. Самолеты, по крайней мере, ваши летают. Безопаснее, чем гора Килиманджаро. Нет, ракеты тоже вчера. У меня картинка просто. И сегодня обещал Хамас в 6 часов, вот сейчас назад начать бомбежки, но не начал. Ну, какой нехороший обманщик Хамас. Я думаю, это не самая претензия, которая у нас к нему есть. Ну, к нему много претензий. Я надеюсь, что в ближайшее время они будут предъявлены. Поэтому я тебе предлагаю немножечко оставить такой полуоткрытый финал. Хорошо. И пусть народ сам думает, что делать, как говорится. А мы, может, ему что-то подсказали, а может, еще больше запутали. Ну, пусть пишет нам. Вы нам пишите, и лайки-то ставьте, а то видео не продается. Подписывайтесь на Ромин канал.
Да. Ну, сейчас подписывайтесь, подписывайтесь, да. Мы же деньги пока не просим, но подписаться, это же благое дело.